Добрый вечер. Сегодня мы проведем беседу на тему рождения нашей Вселенной, о нашей Вселенной, о кольце великого свечения, о абсолютном разуме. И я хочу ответить на вопрос, который, кстати, как раз касается именно сегодняшнего предмета разговора. Был такой вопрос. Почему упала одна нога? Если вы помните прошлое наше занятие, мы говорили о том, что о миропорядке, занятие о миропорядке, беседа о миропорядке. Мы говорили о том, что миропорядок существует во всем кольце великого свечения. И, собственно, три мифологемы затронули, которые существовали у народов нашей планеты, о четырех веках: золотой век, век серебряный, век медный и век железный. И вот спрашивают меня, почему упала одна нога? Должна же быть причина. Действительно. Конечно, есть причина. Я просто увлеклась и не сказала главной причины, почему именно упала нога. Как мы уже говорили о том, что время в нашей... Нет, мы не говорили об этом. Время в нашей Вселенной, вообще время величина материальная, но периоды нашей Вселенной, они совершенно конкретные. Это день Абсолюта, день Брахма, день Сварага, как говорят, день, ночь Абсолюта и Сварага, а также есть год Абсолюта и его век Абсолюта. Мы не будем говорить, сколько занимает каждый период времени. Это очень большие периоды времени. Но когда Абсолют... Вот сейчас мы сначала рассмотрим, так сказать, строение нашего мира. И будет потом ясно. Ответим на этот вопрос. То есть само по себе ответ на этот вопрос придет. Итак, опять же, существует несколько мифов зарождения Вселенной. Кто говорит, что в Индии, опять же, в ведах индуистских, существует такая мифологема, что летел лебедь Калаханства, Калаханса над мировыми водами, обронил золотое яйцо Харигарбху, и из этого яйца, и вот это яйцо в этих водах плавало, плавало столько, сколько длится век Брахма, а потом в нем зародилась жизнь. Яйцо разделилось надвое, и из него вышел Абсолют, вышел Брахма. Ну, любая мифологема, она, конечно, имеет под собой реальную совершенно основу, но эта основа бывает недоступна для первобытного сознания, и поэтому каждый миф – это как раз выражение истины на уровне сознания народа, который в то время существовал, который был. А как, например, учитель мне рассказал, как на самом деле это было. Это очень тоже красивое начало. Однажды, в силу процесса очень большой масштабности, родилось коллоидное тело. Это тело имело форму яйца, сообразовал его ритм великой энергии из массы великого сознания. Этот ритм ограничил коллоидное тело в силовой сжатии нулевой энергии. Нулевая энергия есть точка отсчета нашей Вселенной, содержанием которой
являемся и мы. Видите, даже для нашего сознания нам кажется, что мы очень просвещенные, мы там достигли каких-то вершин науки, физики, химии, мы уже полезли в области, которые вообще не имеем права лезть, то есть в генетику живого. И нам кажется, что мы уже все знаем. Но тем не менее, мы не можем даже осознать, в какой большой масштабности, как она называлась, родилось коллоидное тело, и которое имело форму яйца, но сообразовал его ритм великой энергии из массы великого сознания. Если мы это переведем на наш язык, то это значит наше кольцо великого свечения, наша Вселенная, это тоже мысль какого-то очень-очень бесконечно огромного сознания. Это значит, что мы живем вообще в мыслящем пространстве. Мы живем в пространстве, живом пространстве, вся Вселенная живая, и вся наша Вселенная есть мысль какого-то запредельного абсолюта уже. Но для каждой системы существует понятие абсолюта и нулевой энергии. То есть нулевая энергия – это точка отсчета любой системы, а абсолют – это тот главный ядро, главный ведущий, главный бог этой системы. Поэтому, скажем так, наша Солнечная система, которая является системой в галактической системе, имеет своего абсолюта. Это будет относительный абсолют. И этот относительный абсолют является главой Шамбалы и главой, собственно, мирового светлого правительства богов, то есть возглавляет пирамиду, иерархическую пирамиду богов нашей Солнечной системы. Существует иерархия галактическая. Галактическая иерархия тоже имеет пирамиду, ну, раз иерархия, то, естественно, она имеет степени. И ее тоже возглавляет бог, который является главным богом для всей иерархии галактической. И так далее. И главным иерархом, главным абсолютом нашей всего кольца нашего свечения является абсолют, Брахма, то есть абсолютный разум нашей Вселенной. Надо сказать, что когда мне учитель это рассказал, я, конечно же, как и многие, которым я это рассказываю, спросили, а что там за пределами нашего кольца великого свечения, на что мне учитель сказал, давай мы разберемся сначала в нашей системе. Разберемся в нашей системе, и тогда, когда подрастем, тогда, может быть, и откроется нам то, что находится за пределами нашей Вселенной. Ведь наша Вселенная огромная, она практически для нас она. Мы настолько малы, что она практически для нас бесконечная. Вот меня спрашивали, что за лики за моей спиной. Как я вам уже рассказывала, боги не имеют антропоморфной формы. Они представляют собой кометы. Им не нужны ручки и ножки, потому что их мысль настолько сильна, что они не нуждаются в вспомогательных средствах выражения этой мысли. Это человеку нужна обязательно форма руки, ноги для того, чтобы свою мысль воплотить в творчество, в какое-то деяние. Потому что, конечно, наша мысль тоже материальна, но она слаба. Она очень слаба.
Конечно, вы можете сказать, что есть такие люди, которые там мыслью передвигают спичечные коробки. Ну, это смешно. Это, конечно, это очень мало. Есть, конечно, такие. Есть такие махатмы, есть такие святые, как вот Сати Сай Баба, например. Он вообще материализовывал, он владел материализацией. Но это целые... Он для того, чтобы получить эти ситхи, он предыдущее рождение провел в исключительной аскезе, концентрируясь на своих качествах. Поэтому, конечно, наша мысль слаба, и нам поэтому нужны дополнительные средства для выражения нашей мысли. А богам не надо, у них мысль материальна, и они могут творить мыслью. То есть сказал, и сразу же совершилось дело. Вот. Так вот, наша Вселенная, да. И я как раз хочу сегодня начать с кольца великого свечения, из абсолютного разума, рассказывая о всей иерархии, космической иерархии, которую вы видите в ликах за моей спиной. Да, они все представляют собой кометы. Но что интересно, когда к нам приезжают товарищи из Индии, они моментально своих богов узнают. Эти боги являются и нашими богами, они арийские боги, только у них разные имена. А об этом я расскажу позже и познакомлю вас обязательно со всем этим. Так вот, родилось это коллоидное тело, и сначала в нем было, как говорится, тихо и темно, а потом появилась жизнь. То есть это коллоидное тело обладает мембраной, золотой мембраной. Эта мембрана не имеет времени, и она отражает, ее поверхность отражает все идущее на эту мембрану извне. Поэтому она ослепительно сияет, за что ее назвали кольцо великого свечения. Кольцо великого свечения, или как мы кратко говорим, КВС, это наша Вселенная. Наша Вселенная, когда она только-только родилась, в нее стали проникать оплодотворяющие лучи. Эти оплодотворяющие лучи входили в соединение с нулевой энергией, и так зародился разум. Зародился разум. Подробно вы можете, если вы захотите, это все подробно написано в книге «Магия Вечности». Но кратенько я скажу, что шел процесс образования разума, образования сознания вокруг разума. Потом появился стержень, который, да, а эти лучи были разнозарядные, и поэтому эти разнозарядные лучи образовывали разнозарядные частицы, и в итоге образовался у кольца великого свечения полюс отрицательный и полюс положительный. Между ними, между полюсом отрицательным и положительным, прошел стержень. Это как раз зародилось, пошел, то есть вошел в силу закон, первый закон, все множество стремится к устойчивому единству. Постепенно шло разделение по полюсам и материи энергии, и в результате образовалось первое первичное кольцо, вот такое вот оно образовалось, вот такое. Мир, антимир, а в центре мировой разум. Мировой разум, он собирался весь, он собирался к центру. И он, видите, он разделяет кольцо великого свечения, поэтому плюс и минус, антиматерия и материя между собой не аннигилируют. Вот такое вот первичное было кольцо великого свечения. Когда абсолют сообразовался, созрел, прошло 108 его лет, яйцо это разделилось, и абсолют вышел в то пространство, породившее наше кольцо великого свечения. Но обе половины сомкнулись, и образовалось два самостоятельных яйца, в которых уже на базе опыта первого яйца индивидуально шло развитие и в одном, и в другом кольце.
Конечно, они имеют какие-то общие принципы. У них самый главный общий принцип – это великий закон. Но, естественно, они индивидуально все равно развиваются по-разному. Так же, как вот люди родились, даже однояйцевые близнецы, они все равно развиваются по-разному. Каждый развивается по-своему. Далее опять прошло. Точно так же разум стремился к центру. Точно так же шло формирование в центре абсолюта уже нового родившегося кольца. В результате через 108 лет этого уже абсолюта кольцо опять разделилось и надвое, и опять половинки сомкнулись. Приблизительно процесс этот выглядит вот так. Вот. Теперь на базе этого я вам расскажу имя абсолюта, в чем заключается строение, так сказать, вот графическое имя абсолюта. Вот видите, это границы творчества абсолюта, это направление творчества, это карма абсолюта. В данном случае карма вообще рассматривается, как опыт. Потому что карма – это закон девятый, закон причинно-следственных связей, который гласит, что всякая причина дает следствие, всякое следствие становится причиной. Поэтому, собственно, у абсолюта тоже есть карма, потому что он получает опыт в процессе. Это глупо думать, что вот какой-то некий боженька, причем антропоморфной формы, где-то на облачке сидит, и вот он уже все вот и знает, и видит, вот он... Это сказка совершенно лишена смысла. Почему? Потому что все имеет... Вы можете это видеть по закону аналогии в жизни. Все имеет рождение, все имеет... процесс развития, все имеет завершающий этап видоизменения. И этот этап видоизменения может идти как в одну, так и в другую сторону. То есть он может идти вверх в эволюцию, то есть с этой спирали переходить на другую плоскость этой спирали, а может и опуститься вниз в деградацию. Все зависит от того, какой процесс шел в этой системе. Итак, карма, естественно, абсолютно положительная. Поэтому карма бывает положительная, опыт бывает и положительный, и отрицательный. Отрицательный опыт составляет нашу отрицательную карму, положительный опыт составляет положительную карму. Но абсолютно, естественно, карма положительная. А вот это генетическая память кольца Великого Свечения. Говорится о том, что кольцо делилось дважды. Кольцо делилось дважды. И вот это как раз генетика нашего кольца Великого Свечения. Слава Богу, в эту генетику сунуть нос никто не сможет. Ну, потому что это слишком великое пространство и сила. Итак, это... границы творчества – это сила абсолюта в замке, это его опыт или карма, это направление творчества. Теперь мы рассмотрим более подробно уже все, это имя абсолюта графическое. Вот мы посмотрим, где оно находится здесь. Видите, оно находится в центре. То есть, это вот сегодня такая графика сегодняшнего нашего кольца Великого Свечения, в котором мы с вами живем. Это мир и антимир. То есть, нет, это мир и антимир. Почему я говорю мир? Мир красный, потому что здесь еще день. Антимир синим, потому что там еще ночь. Мир и антимир сообщаются собою, между собою через абсолюта. И он регулирует постановку, то есть поставку энергии из мира в антимир, из антимира в мир. Аннигилируя, они дают ту энергию жизненную, силу для каждого мира, и для мира, и для антимира. И вот видите,
Вот это фиолетовая область охватывает собой последовательно 7, вот они представляют собой с фиолетовой 7 кругов, 7 колец, так сказать, нашего мира. Это весь физический план, это весь физический мир, здесь все галактики, метагалактики, в общем, ну, весь физический мир. 3 божественных плана охватывают этот физический мир, 3 божественных плана охватывают абсолют, а 3 божественных плана абсолюта охватывают этот физический мир. И что нужно абсолюту? Абсолюту нужен тоже опыт, и поэтому он рождает сам себя. В нас рождает себя сам абсолют. Он рождает себя и получает опыт из этого мира. В итоге все сольется в него, все сольется с единым абсолютным началом. Поэтому, если вы знаете хорошо веды, то там говорится, что все войдет в абсолют, а станет единым с Брахмом. И это действительно так, потому что мы есть абсолют, познающий себя. То есть мы есть Бог, познающий себя. Вот. И, естественно, люди являются самой нижней ступенью, самой, так сказать, еще эмбрионом Бога. Мы являемся эмбрионами Бога, а те, которые вышли на первый уже уровень, вот они выходят, первый уровень красный, потом выходят желтый. Вот первый уровень – это как раз там, где мы находимся, где находится совершенно плотный физический план. И те, кто прошли свой путь, они выходят на следующий план уже в виде богов и входят в пирамиду, системную пирамиду, солнечную пирамиду системы. Вот. Теперь мы посмотрим, как это выглядит. Ну, а это пространство все заполнено, это нулевая энергия, которая еще не, так сказать, не израсходована, и которая предстоит еще в следующем делении уже кольца тоже стать материей, стать сознанием. Вот теперь мы рассмотрим. Так, я прошу запомнить эту картинку. Посмотрим вот на этот портрет. Этот портрет, вот он здесь находится, вот самый главный, вот это верхний портрет. Вот это портрет, как раз вот это абсолютное начало. А вот это так выглядит наш мир. Вот так выглядит наш мир. Если вы знаете, как пишется буква ОУМ, то это очень похоже. То это очень похоже на ОУМ. Вот, пожалуйста, вот эта часть абсолюта сверху. И если голова к голове поставить, вот такой же поставить сверху вместе, то это будет наше кольцо великого свечения. Такая же спираль в антимире тоже. И вот смотрите, абсолют, он уже смотрит, он смотрит в этот мир. Уже наполовину его взгляд уходит в антимир. То есть в нашем мире день клонится к закату, а в нашем мире уже как бы сумерки, вечер наступает. А уже часть внимания абсолюта переходит в антимир. В этот момент, когда взгляд абсолюта переходит в антимир, в мире появляется все больше и больше черных дыр. Черные дыры – это как раз те самые каналы, по которым энергия уходит в антимир. И их становится больше, потому что там энергия нужна для того, чтобы там снова зажигались звезды, зажигались ядра галактик, и снова просыпалась жизнь. И вот здесь как раз я отвечу на тот вопрос, который мне задали. Почему падает одна нога? Потому что к концу дня абсолюта, когда он начинает, да, к концу дня абсолюта, то есть во все время дня абсолюта, его внимание на 100% погружено в этот мир, и энергия великого закона, сила великого закона максимальна. И тогда
что называется, никто его нарушить даже и посметь не может нарушить, и нарушить его не может. И в тот момент, когда Абсолют начинает переводить свое внимание, сила закона слабеет. И когда Абсолют на четверть перевел, уже на четверть перевел силу своего внимания в антимир, вот как раз одна нога и падает. То есть остается 3/4 силы великого закона в действии. И падает одна нога, то есть как раз ушла эта сила. 1/4 – это как одна нога из 4. Она ушла, эта сила из этого мира. И закон ослабел. И вот тут уже начинает проверяться, так сказать, на качественность все рожденное в этом дне. И самые слабые, первые начинают сдавать позиции, и начинается, так сказать, первые идут нарушения великого закона. К сожалению, они идут, как правило, именно в системной пирамиде. В системной пирамиде, которая иерархия системной пирамиды. Обычно этот процесс не затрагивал всего кольцо Великого Свечения, это был совершенно системный процесс. Просто в этом дне Абсолюта произошло нечто необыкновенно ужасное, и поэтому этот процесс затронул все кольцо Великого Свечения. Но если брать обычно, то обычно это так и делалось, что вот на четверть уходила сила закона на четверть уходила, и закон оставался в силе на 3/4. Далее. Абсолют далее переводит. И вот уже еще 1/4 силы ушла. Осталась половина только. Две ноги осталось, получается. Два столба осталось дхармы, два столба дхармы осталось. А два столба дхармы растаяли, ушли вместе с этой силой. Потом уходит еще 1/4. И остается только один столб дхармы, это железный век. Он никуда не уходит. Он остается до конца дня Абсолюта. И в конце дня Абсолюта, а именно в тот самый момент мы с вами сейчас живем, нам очень... Надо сказать, повезло, что мы уже дошли до порога, мы уже дошли до этого момента, когда Абсолют переводит сразу свое внимание на короткое мгновение в мир, возвращается сила закона на 100%, и тогда начинается вот этот самый момент, который называется «Будь с нами». То есть те, кто выдержат, те, кто не набрали очень много отрицательного опыта, они останутся, они пройдут этот экзамен, они пройдут экзамен на состоятельность. А те, кто набрали очень-очень большой отрицательный опыт, который в сумме превышает силу в силе своей, отрицательный опыт превышает в силе силу его индивидуального разума, они, к сожалению, будут раскручены до нуля, они будут трансмутировать собою, именно собою, свою отрицательную карму, то есть свой отрицательный опыт. Поэтому в страшном суде никаких грешников никто не жарит, никакие черти не бегают с поленьями, ни в каких котлах они не кипят и не лежат в сковородке. Каждый сгорает в огне собственного своего разума, потому что разум в этот момент получает 100% силу великого закона. И здесь уже идет совершенно бескомпромиссный суд. И действительно это страшный, неподкупный, совершенно неподкупный суд. Что, собственно, и сейчас и происходит в наше время, в нашей действительности. Вот. Что я вам и хотела рассказать. Поэтому сегодня, сейчас, поэтому именно сейчас, когда мир уже дошел до крайности, когда мы стоим на пороге полного уничтожения, потому что все вы знаете, это уже не секрет, все знают о том, что то черное мировое правительство решило уничтожить большую часть человечества, а они-то ведь родились не просто так.
Каждый родился со своей кармой, со своим опытом, который он должен сам пройти и пережить. Они не имеют права вмешиваться вообще-то в развитие всего человечества. Они не имеют права корректировать численность. Это не их совершенно, так сказать, компетенция. Это делают боги. Поэтому мало того, что уничтожив большую часть человечества, они собираются остальную сделать практически биороботами. Это вообще невозможно, потому что должно быть свободное развитие разума. Ну и, следовательно, сейчас идет сила закона, их ограничивающая. Они будут, конечно же, они будут все раскручены до нулевой энергии, это несомненно. Но прежде чем они будут раскручены, они, конечно, натворят еще всяких дел, поэтому мне разрешено было вам дать знаки великого закона, которые я вам уже дала, и научить вас ими пользоваться. Я целую лекцию, целое занятие, то есть целую беседу провела на тему, как пользоваться. Если вы захотите побольше узнать и подробнее, у нас будут потом специальные занятия на эту тему. А сейчас пока я просто знакомлю вас с теми знаниями, которые мы имеем. Вот. Сегодня я вам рассказала о кольце великого свечения. Конечно, я рассказала очень кратко. Но мне кажется, достаточно полно. Если появятся вопросы, вы также вот задавайте, и я также на эти вопросы отвечу. Насколько, конечно, смогу. Вот. Итак, сегодня мы поговорили на эти серьезные темы. Дальше я хочу успеть с вами поделиться еще очень интересными, так сказать, вещами. Так устроить некоторые РЕН-ТВ. Поговорить о пришельцах, о серых. И вообще о том, что делается, кто такие серые и кто такие инопланетяне. Так вот, я начну с того, что когда, естественно, когда я еще в школе училась, и когда я в институте, и в школе, я когда вставал вопрос, когда наши первые космонавты полетели, и встал вопрос, есть ли вообще жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Встал вопрос о том, есть ли братья по разуму, нет ли братьев по разуму. Я тогда считала, что даже не сомневалась в том, что они есть. Я тогда говорила, но как вы думаете, в этой вечности и бесконечности, которая есть космос, неужели только мы являемся носителями разума, причем очень примитивные создания, агрессивные создания. И не сказать, что у нас прекрасная цивилизация, хотя надо сказать, тогда самой светлой все-таки цивилизацией был Советский Союз. Я росла в Советском Союзе и могу сказать, что да, мы вольно росли, и из нас действительно нас воспитывали творцами, и мы действительно получали очень хорошее образование. Ну, те, кто хотел, те могли получать. Те могли получать и расти, и эволюционно расти. Вот. Ну, конечно, было много и негатива. На самом-то деле, ведь мы же живем не в золотой век, а мы жили уже, так сказать, мы родились уже на исходе этого дня, на исходе Кали-Юги, на исходе, так сказать, черного века, когда как раз до совсем немного оставалось до того времени, когда Абсолют направит свой взгляд полностью в этот мир. До нашей планеты, до нас, до человечества этот взгляд дошел в 1977 году, как раз когда ко мне пришел учитель. Тот самый учитель, который меня, собственно, и посвятил, когда мне было 5 лет. Кстати, я вспомнила, опять же, когда я говорила, что я родилась в отрогах Гессарского хребта, и не сказала, где так получилось, что как-то вот прямо в отрогах-то и родилась.
Ну, на самом деле, конечно, я родилась в городе под Самаркандом, город Ката-Курган. Город очень интересный, маленький городишко, но очень древний. По преданию, там произошла битва Александра Македонского с царем Афрасиаба, и была целая гора трупов, поэтому его так и назвали, город Большая могила. Но если учесть, что мой учитель, который пришел ко мне, есть бог жизни и смерти, то, наверное, я родилась там, где и положено было мне родиться, как его ученица. Ну так вот, как я уже говорила, возвращаюсь. Я сказала, что я считала, что действительно существуют братья по разуму. Что интересно, тогда молодежь и вообще все зачитывались научной фантастикой. Все думали о светлом будущем, о прекрасном светлом будущем. Я помню, повторяла слова, как молитву из Чернышевского, что делать... Будущее светло и прекрасно. Любите будущее, стремитесь к нему, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести. Ну вот, это будущее пришло. Да, техника, мы о такой технике даже не думали. Я прошла вообще удивительную жизнь. Я... Через меня, как раз вот через всю мою жизнь, весь этот технический прогресс просто пролетел. Ведь если начать с того, что первое радио, которое я видела, это такая большая была бумажная тарелка, из которой такая пимпочка торчала, и голос Левитана доносил новости. Или потом пел какой-нибудь хор Пятницкого. А потом вот мы дожили до того, что вот сейчас вот транслируем вам в эфир, прямой эфир. То есть каждый имеет телефон. Даже когда мы приехали сюда в 80-м году и почти до конца 90-х годов, нам для того, чтобы позвонить в Москву, в московскую квартиру, надо было бежать за 4 километра, за 5 километров в соседнюю деревню на почтамт. Сейчас, пожалуйста, каждый имеет телефон. То есть техника перешла грань фантастики, а сознание свалилось в глубокое инферно. Конечно, никак мы не могли подумать, что такое может быть, что такое страшное будущее нас ожидает. А вот то, что сейчас происходит, даже в страшном будущем не представлялось. Вот то, что сейчас с нами, со всем миром происходит, когда практически все страны, все человечество, все народы заперли квартирах и применяют к ним совершенно драконовские методы. Вот. Ну, такова жизнь, скажем. Так вот, тогда, конечно, уже тогда было известно, что, ну, во всяком случае, были известны НЛО, видели люди, но никто ничего еще пока не знал. И вот, когда учитель меня познакомил, когда пришел учитель и дал мне эти знания, вот он сказал, что луч абсолютно достиг уже, так сказать, всего, пронизывает все, весь мир наш, и с 77-го года будет усиливаться и усиливаться и усиливаться, что с 77-го года не будет понижаться солнечная активность, что над полюсными шапками образуются озоновые дыры и начнется сухая возгонка льда. Лед будет уходить в астрал и омывать астрал. То есть вода будет уходить в астрал и омывать в астрал, а можно сказать, может, даже прямо в космос уходит. А вот, ведь, наверное, задумываются наши ученые, ведь уже сколько миллиардов кубов материкового льда стало, уже вода-то должна была бы в мировом океане подняться, а она пока не поднимается почему-то. А почему? Потому что идет сухая возгонка льда. Вот, и, собственно, как раз он сказал, что... Он точно сказал, сколько еще просуществует наше государство. И, кстати, это совпало с предсказанием Агарковой Елены Юрьевны, о которой я вам рассказывала.
Ну, в общем, все предсказания сбылись. Действительно, Солнце сейчас, на Солнце вообще даже ученые не знают, как эти процессы все объяснить. Никто не знает. Потому что они не подлежат абсолютно совершенно тем вычислениям на базе тех знаний, которые имеются сейчас в науке. И еще вот, например, о Сатурне я еще хочу сказать. Он сказал, что Сатурн – это тот самый страшный иерарх Толюта, Люцифер, который был скручен до физического плана. Что интересно, когда я об этом рассказала группе ученых, в числе которых была Хадрин Анатолий Федорович, Микиш Анатолий Михайлович, они очень вежливо прослушали меня и ничего не сказали. Ну, прослушали, это был 80-й год, ну и все. Дескать, ну, слава богу, не посмеялись. Не посмеялись, не критиковали. Но прошло некоторое время, и вдруг ко мне приходит Анатолий Михайлович со своим другом, два ученых. И он, причем приходит очень поздно, в возбужденном состоянии, и говорит: вы не представляете, что мы сейчас видели. Мы видели снимки Вояджера, который показал Сатурн. Вы знаете, опрокинуты все законы небесной механики. Он как раз и занимался, он даже возглавлял некоторое время обсерваторию в Крыму семейскую. Вот. Как мы, говорит, считали? Мы считали так, что камни, что притянуло, что Сатурн притянул некую планету, эта планета разбилась на камни, камни на фракции, и вот эти вот, они вот так вот плавно распределились вокруг, и получились эти кольца. Но то, что мы увидели, это совершенно другое. Это верви, он именно так сказал, верви, необъяснимые какой-то материи, которая вращается. Эти верви вращаются вокруг Сатурна, одни в одну сторону, другие в другую, и переплетаются еще между собой. Это совершенно необъяснимо. Это опрокинуло все законы небесной механики. Но если вы сейчас заглянете в интернет и посмотрите об этой планете, там еще интереснее есть. Там на севере планеты образована очень интересная структура, то есть шестиугольная звезда. Шестиугольная звезда, причем очень красивая, огромная, на которой, по-моему, я вот честно скажу, не помню, то ли 5, то ли 15 диаметров нашей планеты, но поскольку считается, что это газовая планета, непонятно, как эти вихри в течение многих лет, вот в течение наблюдения всех этих уже десятков лет за этой планетой, не меняется абсолютно структура этого рисунка. А это как раз входит в знак Толюты. Очень известный. Но поскольку Толюта, Люцифер, владел ключом материализации, то ну, и вообще многими ключами, в результате всеми, он захватил все ключи, то 6 – это закон магии. Закон магии, который гласит, что такое магия. Магия – это информационное видоизменение пространства в заданном направлении. Магия может быть и светлой, магия может быть... Магия вообще не может быть светлой или темной, это закон. А деяния, на, так сказать, могут быть темными и светлыми, зависит от того, какими стимулами, так сказать, движим человек. Ну, об этом законе мы позднее поговорим. Итак, вот, когда, опять же, когда пришел учитель, и когда мы приехали уже в Москву, ко мне стали приходить уфологи, да, и стали спрашивать. Надо сказать, что в 79-м году я впервые услышала о том, что существует действительно инопланетная возле нас инопланетная цивилизация. Но она не вся, а часть ее здесь. Она это часть этой цивилизации. Они называются Мадары. Мадары. И они находятся здесь уже ровно где-то 11,5 тысяч лет. Они курируют нашу цивилизацию. Они не вмешиваются в развитие. Они не нарушают свободной воли, пока, поскольку они светлые.
И, собственно, я вот забыла портреты принести. Может быть, принесете кто-нибудь? Они стоят на шкафу. Я хочу вас познакомить с их образами. Над телевизором, Володя. Вот. И мне тогда учитель сказал, что все адепты высокого уровня знания, каким, собственно, говорит, ты являешься, знакомы с ними, поэтому и меня познакомили с ними. То есть меня и мою племянницу Татьяну с ними познакомили. Я тогда еще была в Новаи. Я работала на насосной станции. Дело в том, что у меня была очень хорошая работа. Она мне позволяла заниматься. Я была на смене. Это была насосная станция, которая была просто в степи, рядом с, прямо рядом был забор завода первичной обработки урана, собственно, где я и облучилась, потому что была утечка большая оттуда. И все близлежащие, так сказать, объекты тоже были облучены. Вот. И я там с удовольствием занималась. Приходишь и 8 часов занимаешься, учишься. И вот именно там как раз и произошла встреча с Мадарами. Их корабль в виде Тора висел над моей насосной. Выбила подстанцию большую очень и остановилось два завода практически. Это было, конечно, такое явление. Очень мощная была от них энергия. После того, как мы пообщались, очень плодотворно, очень интересно. Кстати, больше мы с ними не общались, это было просто знакомство. Я попросила, шутя, попросила, говорю, вы оставьте нам, пожалуйста, вещественные доказательства невещественных отношений. И тут на листе, на большом листе акварельной, ну, я носила всегда с собой и тетрадь, и акварельный был у меня альбомчик для зарисовок, возник образ, вот этот образ. Вот не знаю, виден он ли вам или нет. Видно или нет? Вот этот образ. Я попросила Таню, говорю, Таня, знаешь, он как появился, так может ведь и исчезнуть. И давай мы его заретушируем, зарисуем. И мы обвели простым карандашом, и заретушировали. И этот образ теперь хранится у нас здесь, у меня уже вот столько лет, и мы с ним, конечно же, дружим. Вот. И вот такой образ. Это женский образ. Ну, тут уж мы, конечно, не великие художники, нарисовали как могли образ этой прекрасной Мадари, которая меня не раз даже спасала от смерти. Вот. Собственно, именно они пришли к нам на помощь, когда на нас обратили внимание военные оккультисты. Произошло это в результате того, что мы остановили полтергейст очень сильный на улице Молдоголова. И, естественно, на нас уже обратили внимание сразу же. После чего нас стали бомбардировать яростно психотронными аппаратами. Мы, в общем, отбивались. Отбивались мы нашими знаками как могли. Успешно отбивались. Но однажды на нас вышла такая уже сила, что аж небо засветилось. И вот тут появляется, с востока приходит облако,
в облаке этом светящийся объект. Из этого объекта пошли лучи, сканирующие по лесу. В лесу стали раздаваться хлопки выстрела. И все стихло. Все стихло и достаточно надолго. После этого, поскольку мы дружили, я дружила с космонавтами, а в частности, очень мы дружны были с семьей Поповича, с Павлом Романовичем и Мариной Попович. Марина Попович вообще всем этим очень, очень интересовалась, уфологией. Вот. И, собственно, Павла Романовича Поповича пригласили в военно-промышленный комплекс и попросили его познакомить с нами. Он нас познакомил. И к нам сразу же, мы приехали в Москву из нашей деревни, и к нам пришли сразу очень важные товарищи. В частности, пришел как раз вот сам Мацак, который, по-моему, был, ну, какую-то очень высокую должность там занимал, и Черкас Виктор Иванович, который там занимался как раз изучением паранормальных явлений. Вот. Меня пригласили работать в военно-промышленный комплекс, но я уже как опытный оккультист не согласилась быть даже за большие деньги под опытным кроликом. Но, тем не менее, сказала, что все свои знания я, как патриот, я отдаю. Пожалуйста, если вы сможете их принять, принимайте. И вот тут мне Виктор Иванович рассказал, да, и сразу мне они сказали следующее. Мы знаем, что вы связаны с инопланетянами. Я говорю, конечно, как связаны? Мы просто не знакомы с инопланетянами, просто знакомы. Вот. Но знания свои я получаю от учителя, который является, возглавляет иерархию нашей системы. Вот. И тогда мне Виктор Иванович рассказал интересную историю. Он говорит, вы знаете, вот сегодня у меня в кабинете еще один товарищ умер. Вот он пришел доложить мне дела, и упал, и все, остановка сердца. Нас, говорит, осталось только двое. И рассказал такую историю, что какое-то время назад в Эстонии один крестьянин копал колодец. Эта история была очень известна, она описывалась даже в газетах. Копал колодец и наткнулся на что-то металлическое. Он пытался, значит, обойти и не мог это металлическое. В общем, короче говоря, дошло до властей. И туда была прислана комиссия, которую как раз и возглавлял Черкас Виктор Иванович. И их было 20 человек. Они пытались отколоть от этого объекта кусочек. Им это удалось сделать, но в результате этого вспыхнул мощный луч, который всех облучил. И это нечто стало уходить в бок земли и уходить вообще исчезло. То есть оно ушло. И с тех пор, говорит, каждые две недели один из команды этой 20 человек умирал. И вот, говорит, нас осталось двое, только я и еще один товарищ. Я сказала, приводите своего товарища, мы попробуем помочь. Мы поработали с ним, с Виктором Ивановичем, поработали с его товарищами, и они благополучно остались жить. К сожалению, Черкас, почему я его и фамилию могу сказать, потому что его уже нету, он ушел в 2004 году уже, ну, естественно, ну, по болезни, конечно, но он прожил после этого 20, можно сказать, ну, лет 15, где-то 15 лет, 16. Вот. Так что вот так вот мы, я узнала о том, что в нашем Советском Союзе, оказывается, давно занимаются на серьезном уровне уфологией. Вот. И вот мне принесли очень любопытную брошюрку. Я хочу вам ее показать. Вот она. Это Вильям Купер. Тайное международное правительство. Вот такую брошюрку. Они мне ее принесли, и, собственно, мне ее и оставили.
Вот. Здесь говорится о том, что американцы с 1947 года занимаются изучением, там у них разбивали Сен-Ло. Ну, это вы все слышали сейчас, кстати, это синяя книга. Здесь говорится о синей книге, и говорится о том, что в 1954 году две обсерватории мира заметили приближение к Земле большого, огромного какого-то объекта. Этот объект вошел в Солнечную систему, подошел к нашей планете и встал в теневой конус. То есть этот объект все время вращается в теневом конусе, он не может выносить Солнце. Сначала, когда американцы стали это изучать, стали собирать обломки кораблей, и они пытались выйти с ними на связь, к ним вышли сначала мадары. То есть вышли инопланетяне, как они сказали, которые сказали, мы можем с вами сотрудничать, но если вы прекратите, они в то время уже испытали атомную бомбу, как мы знаем и помним, но если вы прекратите разрабатывать ядерное оружие и вообще разоружитесь. Ну, конечно, американцы решили, что это такой коварный Советский Союз, что хотят их разоружить, они отказались. Вот, и те улетели. И вот в 1954 году, когда в теневой, так сказать, конус Земли встал этот корабль, его назвали «Черный принц», к американцам снова явились те же самые инопланетяне и сказали, мы вам очень не советуем входить в связь с теми, кто прилетел, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Но американцы, конечно, вошли. Они вошли, они заключили договор с ними, они заключили договор, по которому те обязались им давать оружие, те обязались давать им технологии для нового оружия, там, ну, новые технологии, но в обмен брать на опыты людей. И они заключили такой разговор, такой договор. И после чего у каждого президента американского было два, так сказать, космических советника. Что интересно, в 1977 году, когда луч дошел абсолютно до нашей Земли уже, вот этот луч внимания, и стала повышаться энергия, и возле Солнца появились огромные НЛО, целой платформы, один из советников внезапно умер. В результате чего американцы были очень удивлены, узнав, что они тоже смертны. Они думали, что они вообще бессмертны. Но они оказались смертны. Вот. И, собственно, но равновесие же должно все-таки в мире сохраняться. Поэтому вынуждены были мадары давать технологии нашим ученым. Но делалось это не так, как у американцев. То есть были астральные школы. О них я узнала, кстати, от Ахатрина. Это очень известный ученый. Он говорит, его друг посещал эти школы и был близок уже к тому, чтобы создать у нас Виману. То есть летающий такой аппарат. И этот друг его совершенно неизвестных обстоятельствах умер, то есть его нашли мертвым в своей машине, он сидел, уронив голову на руль, без признаков насильственной смерти. Он был очень напуган, и как раз тут мы вот встретился с нами, и он взял знак и посещал наши лекции и рассказывал, что его друг был вот в этой астральной школе, что это астральная школа, куда они приходили, там им давали знания, и они даже иногда встречали друг друга, уже в такой жизни встречали друг друга, узнавали друг друга. То есть нашим ученым тоже давали высшие технологии, чтобы мы не отстали, иначе нас бы давно уже задавили эти своими черными технологиями. В общем, получается так, что равновесие некоторым образом было восстановлено. И, возможно, если бы не предательство в высших эшелонах, то есть Горбачева и его своры всей,
Возможно бы по-другому бы пошла история. Но уж как получилось, так оно и получилось. Вот. Ну, на сегодняшний день картина такая, что луч абсолютно набирает мощную силу. На Солнце появляются очень большие НЛО, и даже НАСА сфотографировало, мы сами смотрели, вы можете тоже посмотреть, было НЛО, больше, намного больше нашей планеты, которая по форме напоминала вот этот знак абсолюта. То есть этот знак абсолюта. Сейчас их силы слабеют. Сейчас идут, как мне сказал учитель, идет война на небе, на земле и под землей. И сейчас для того, чтобы в этой войне выстоять нам дано божественная защита и божественное оружие, потому что вот этот знак, несомненно, является оружием. Это Брахмастра, стрела Перуна, можно сказать. Это то, что дает силу великому закону и возвращает зло обратно к источнику, откуда оно пришло. Да, последнее, что хочу сказать, кто такие серые? Серые – это не инопланетяне. Это протоатланты, которые уходили с нашей планеты колонизировать космос еще до катастрофы. Когда произошла катастрофа, они были отрезаны отсюда, и сюда они уже не заходили, тем более, что наша планета, то есть наша Солнечная система, она ограничена, она имеет ограничения, и сюда не залететь сюда никто не может, не вылететь отсюда никто не может, без, так сказать, разрешения иерархии света. Вот. И, собственно, поскольку сейчас день абсолютно заканчивается, Абсолют дал последний взгляд, внимание своего в этот мир, то согласно закону кармы, следствие всегда возвращается к причине. Поэтому все эти колонизаторы, которые были, они возвращаются к причине, то есть к тому месту, из которого они вышли. И нам, конечно, не очень повезло, что они все сюда вернулись, но их вернули сюда, потому что они должны были вернуться, они вернулись к причине. А когда они прилетели сюда, это протоатланты, это с Атлантиды. И когда они вернулись сюда, а Атлантиды нету, а миропорядок здесь уже совершенно, здесь все другое, иерархия другая, и черная пирамида другая. Естественно, они стали бороться даже за свое здесь существование. И, как всегда, черные очень часто, как пауки в банке, дерутся. Они дрались между собой. Вот. На сегодняшний день пирамида черная очень поредела, очень сильно раскрутилась, очень много раскрутилось черных иерархов пирамиды нашей системы, в результате чего ослабла очень каббала. Она очень ослабла, потому что ее держали именно эти черные пирамиды, такие как Валант, Ватан, Яхва, Ихва. Они все раскручены, сейчас их нет. Поэтому серые, они в большем количестве, они стали, еще их называют, еще они там Мельхиседеки тоже, они стали побеждать, Вот в результате они сейчас на планете захватили власть, и черная пирамида в основном подчиняется, ну почти полностью подчиняется уже им, за исключением еще некоторых, так сказать, тибетских, да и тибетская уже тоже ослабла черная пирамида. Антишамбала тоже уже раскручена. В общем, все не так уж плохо. Темная пирамида сейчас слабеет, светлая входит все больше и больше в силу. Великий закон в силе действия, действия в пределе великого закона. Поэтому это надо помнить, этим надо пользоваться.
Это вас защитит, это вам поможет в вашем эволюционном пути. Ну вот некоторые говорят, да, говорят, все это так все хорошо, но как-то не верится. А и не надо верить. А вы не верьте. Верить ничему не надо. Вера – это участь безграмотных и слабых людей. Надо осуществлять знания, которые вы получили. Вы получите опыт. Дело в том, что истина всегда дает положительный опыт. Поэтому, если вы будете использовать то, что истина, вы будете получать положительный опыт. Очень многие люди, которые эти знаки взяли, и они получили хороший опыт. Я, конечно, не принуждаю к этому, не заставляю ни в коем случае. Я просто показала вам, рассказала. А уж вы сами смотрите, будете вы брать, не будете. А если будете, то учитесь работать, смотрите. Потому что сейчас время непростое, время тяжелое, очень тяжелое. Вы знаете, даже, надо сказать, это может помочь и от любой заразы, которую на нас сейчас набрасывают. Потому что, вы знаете, как говорится в нашем народе, Бог не выдаст, свинья не съест. Поэтому, но и на Бога надейся, а сам не плашай. А наш народ очень мудрый. Он замечательные пословицы выработал. Это как раз опыт народа. Это его карма и его опыт. На протяжении своего развития наш народ выработал очень много мудрых поговорок и пословиц. Поэтому пробуйте, дерзайте, работайте с этими знаками, учитесь. Что интересно, эти знаки может использовать только тот, кто может. Не может этот знак использовать человек очень с тяжелой, сильной кармой. Ему будет тяжело от этого, он даже носить его не сможет. А человек, темный человек с тяжелой кармой, его этот знак будет давить, он его даже носить не сможет носить и в руки не сможет взять даже. А светлому человеку от него тепло, от него хорошо, гармония. И дает ему силы, и вы можете так защищать и себя, и свою семью, и свой дом, и свои, ну, в общем, все пространство, которое вас окружает. Поэтому я вам и стала читать эти лекции, проводить эти беседы, как бы в помощь сегодня в этот тяжелый момент. Ну, я сегодня уже прощаюсь с вами. Ясности вам в пути. До следующей встречи, в следующую пятницу.